На территорию дома 77 по Можайскому шоссе прилетела сова. Первыми ее увидели вороны. Потом опасность для лесной хищницы разглядели и жители. Дневной сон птицы охраняли всем двором, устроили дежурство. А ночью сова покинула черту города. Зачастую птицы и звери выходят к людям в поисках еды. Возможно, и пернатая гостья залетела в Одинцово именно поэтому.